Накануне в Алдане сошедший с крыши снег оборвал провода. Это привело к короткому замыканию. Электроснабжение восстановили спустя 3 часа, а интернет-связь в зоне аварии появилась только сегодня. В результате скачка напряжения у десятков жителей пришли в негодность электроприборы, а ремонтная мастерская сгорела дотла. Она располагалась в пристрое торгового центра. Оперативное реагирование сотрудников МЧС спасло торговый центр от возгорания. Однако в результате задымления многие товары оказались испорчены. Короткое замыкание у энергетиков произошло возле подстанции. Ноль отгорел, и все, и пошло сюда. Ну, видать, кабель замкнул, было замыкание, и все. И воспламенилась вся мастерская.